Сегодня в зале нет случайных людей, и будет смешно, если мы вам начнем рассказывать, что такое редкие болезни, поскольку вы это знаете лучше нас. Сегодня нас всего трое, но за нами стоят мамы и пациенты, взрослые дети с редкими болезнями. Те, кто благодаря некоторым из вас может улыбаться, жить дальше. И, как вы все знаете, синяя птица – это символ мечты, символ надежды. И все помнят детскую сказку о том, что мальчик и девочка пошли искать синюю птицу, потому что их подруга была больна, и она могла быть здоровой только тогда, когда эта птица будет найдена. Я хочу вам раскрыть маленький секрет. 29 февраля, в День редких болезней, Международный день редких болезней, мы синюю птицу подарим Татьяне Алексеевне Голиковой. Я надеюсь, что никто из вас ей не расскажет до этого дня о том, что мы это сделаем. Сегодня мы хотим вручить эту синюю птицу тем, кто для нас оказался синей птицей, тем, кто спас и спасает наших детей еще в то время, когда не было закона, еще в то время, когда не было понятия о редкой болезни, когда многие опускали руки, те, кого мы сегодня будем награждать, не являются впервые номинантами каких бы то ни было премий. У них званий, наград и всего остального столько, что нам с вами не перечислить их за три дня. Но я думаю, что такой награды синей птицы, самой душевной, самой выстраданной, самой вымоленной и самой выплаканной огромным количеством мам, пациентов с редкими детьми, не было еще никогда, и в нашей стране такое происходит впервые. Я прошу прощения за огромное волнение, которое мы сейчас испытываем, и, может быть, будем сбиваться. Мы очень благодарны тем, кого мы сегодня хотим пригласить на эту сцену, потому что без активной помощи, без личного участия и без огромной души, вложенной в помощь пациентам с редкими болезнями, не было бы ни закона, ни наших счастливых детей, и много чего бы не было на нашей земле доброго и светлого. Мы хотим сказать огромное спасибо Александру Александровичу Баранову за то, что у него в клинике мы смогли найти помощь, поддержку, и не только лечение детям, но и тепло для мам, и изменение качества жизни всех семей с редкими заболеваниями, которые приходили к нему за помощью. Александр Александрович, выйдите к нам, пожалуйста. Маленький кусочек нашей души за вашу огромную душу и помощь пациентам с редкими болезнями. Следующий номинант. Про этого человека сказать, что он, а вернее она, сделала очень много и внесла большой вклад в дело редких болезней, не сказать ничего. Это женщина, которая собрала в своем доме, в научном центре, детей с редкими заболеваниями, сирот, по сути, собрала и дала им возможность жить. Национальные премии в области редких заболеваний «Синяя птица» за выдающийся вклад в области решения вопросов пациентов с редкими заболеваниями в России в 2011 году награждается Намазова Лейла Симуровна. Мы сказали спасибо Лейле Симуровне и Александру Александровичу. Они помогают очень многим детям с редкими болезнями. Мы, безусловно, скажем еще спасибо Ольге Георгиевне Борзовой в тот день, когда мы ее поймаем 29 февраля, в редкий день. А сегодня мы еще хотели сказать огромное спасибо человеку, которого можно назвать спасителем, ангелом-хранителем или синей птицей для детей с онкологией и онкогематологией. Потому что мне кажется, что уже стали синонимами спасения от этих страшных заболеваний и Александр Григорьевич Румянцев. Попросим его подняться на сцену. Мы очень ему благодарны и передаем ему благодарность и поклон от всех мам, детей, которых он спас. Спасибо большое всем, кто был в эти годы с нами. Спасибо тем, кого мы надеемся наградить в следующий день редких болезней. И синяя птица все-таки есть. Мы ее поймали, мы это знаем точно. Земной вам поклон.